Так, друзья, продолжаем. Сейчас я вам записываю здесь вот урок по тому, как создавать креативы в сервисе Крэлла. И также еще и в одном сервисе можно сделать это в сервисе Супа. Также его приложу вам. Давайте же сейчас разберем пример создания креатива именно в сервисе Крэлла. Здесь вам нужно будет зарегистрироваться, здесь ничего сложного, введете ваш e-mail, придумаете пароль. Далее там придет письмо подтверждения на почту, подтвердите свой аккаунт и все, и сможете далее работать. Сейчас же я здесь войду просто со своими данными. У меня уже здесь аккаунт есть. Так, все, я попал в аккаунт. И теперь вот здесь вот у меня здесь вот есть последние дизайны. Здесь у нас есть такой формат дизайна, как TikTok видео. Жмем его здесь. И нам предлагают различные варианты шаблонов с видео под разные тематики, либо под создание какое-то видео. Мы можем выбрать любой шаблон абсолютно. Здесь это не так принципиально. Ну, например, вот это, да, возьмем. Взяли. Здесь сразу видно, что видео создано, например, для спорта, для спортивной тематики. Мы же сейчас с вами разберем создание просто обычного креатива. Сейчас ни к какой тематике не привяжемся, а вот я вам просто покажу, какие инструменты есть, как с ними работать. Вы можете потренироваться, создавать абсолютно разные креативы для разных ниш. Там, например, для несколько ниш я для примера вам просто напишу, там ниша такая-то, такая-то. И вы просто для них создадите, там, напишите что-нибудь. Вот, допустим, сейчас разберем нишу, например, заработка в того же в интернете. И разберем такую ситуацию, когда нам нужно приводить клиентов, например, не на сайт, а в телеграм-канал. И для этого здесь у нас есть раздел фото. Здесь мы можем вместо вот этого фона сделать фото. Но лучше всего использовать, конечно, видео. Здесь видео есть различные, как людей, так животных, так еще какие-то технологии для бизнеса. Здесь можно взять более простой вариант, это фоны. Фоны, они здесь разные, анимированные, то есть, видите, двигаются. И давайте вот возьмем пример фона. Сейчас выберем какой-нибудь из этих, более-менее такой. Давайте вот этот посмотрим, как он будет выглядеть. Да, можно вот такой взять. Ну, можно взять желтый. Здесь, в принципе, не принципиально. Берете любой, пробуете с любым, смотрите, как это смотрится. Все, взяли фон, заменили. Теперь можем здесь написать. Не вернулась в спорт, а теперь просто поменяем текст. Возьмем его вот так вот. Сюда немножко передвинем и заменим. Напишем. Полезные материалы по заработку в сети. Например, в таком формате. Вот. Здесь вот поучитесь, потренируйтесь поработать с этим. То есть, видите, можно двигать и сам фон, как у нас в рамках одного видео, так и сам текст. То есть мы нажимаем, вот у нас выделился текст, далее мы уже его переносим. Такой вот стрелочкой. Полезные материалы по заработку в сети. Так, раз их вот сюда и поставили. Здесь мы можем выбрать, какой нам шрифт. То есть тут у нас сотый стоит. Можем поставить, например, шрифт 96, будет чуть поменьше. Сейчас у нас шрифт. Ну, нитро вы выбираете, можете абсолютно любой, какой вам здесь понравится. Ну, пусть будет такой пока на данном моменте. Нажимаем снова. Жирный и центр, по центру выравнивание шрифта. То есть все вот здесь делается в этом блоке. В блоке вот в этом вот текст. После того, когда добавляете текст, открывается дополнительный вот этот блок с редактированием. Все. Далее вот здесь вот эту штучку мы можем удалить, например, можем ее оставить. Ну, давайте ее оставим. Просто немножко расширим под наш текст, чтобы это было как фоновая подложка.
Да, я вот так вот. Раз. Вот так вот. Немножко подровняем. Все, далее мы можем задать ей цвет. Какой более интересно и читабельно смотрится. Давайте вот можем сделать, наверное, лучше оранжевый цвет, так как у нас сам креатив такой фиолетовый же с оранжевыми полосами идет. Свое, например, полезные материалы по заработку в сети. Далее здесь пишем получите Telegram. Пишем вот так. Telegram канале. Также вот здесь вот делаем. Шрифт здесь делаем поменьше. И выберем, например, 60, да, вот такой вот сделаем. Его вот сюда вот так вот пониже. Вот сюда поставим. Сам низ не стоит, так как у нас немножко в самом кабинете рекламном сети TikTok, рекламной сети, будет обрезаться видео, то есть где-то примерно вот так вот оно обрежется, поэтому чуть выше делаем. Но если вдруг что-то где-то не получится и немножко прогадаете, можно всегда вернуться и подвинуть его повыше просто, и все. Так, вот это сердечко сейчас давайте еще сразу удалим. Так, жмем, выделяем его и жмем кнопку Delete на клавиатуре. Либо Backspace. И вот так вот удаляем. Все. Удалили. Подвигаем повыше. Сюда подводим стрелочку. Так, и сейчас еще этот блок немного расширим. Ну, вот так вот его и вот так. И на этот блок помещаем текст. Получить в Telegram-канале. Все. Теперь можем его еще чуть-чуть ниже передвинуть. И вот эту стрелочку. Вот так сюда. Все. Учите в Telegram-канале. Вот мы это сделали. Такой креатив. И теперь, если мы его запустим, вот нажму я play, вот так вот это все работает. Простой креатив. То есть какой-то там без сложности. Да, здесь вы можете разобраться с этим конструктором, посмотреть, что здесь есть еще. Здесь есть различные анимации, можно добавлять кнопок, стрелочек, различные объекты помещать, текст. Музыку накладывать. Музыку, кстати, давайте наложим какую-нибудь динамичную. Ну, например, посмотрим вот бас. Вот так. Вот. Ну, давайте вот эту вот поставим. Нажимаем на нее вот так. И применяем. Ну вот, да, все, вот такой вот креатив со звуком получился. Все, по сути, мы сделали креатив, и теперь нам его можно просто нажать «Скачать». Скачиваем в формате MP4. Жмем «Скачать». Идет подготовка. Скачиваем. Здесь у нас на бесплатном тарифе 5 скачиваний, но в принципе это ничего такого страшного нет. Вы можете использовать и супу бесплатный, еще один редактор, и пользоваться там. Либо здесь потом в дальнейшем уже, когда заработаете, сможете там тариф небольшой оплатить, чтобы скачать. Либо просто скажете, либо вам заказчик уже будет предоставлять готовые креативы, которые у него есть, в принципе, и на основе его просто загружать их в сам кабинет рекламы. То есть мы с вами уже разбирали, что есть несколько вариантов проработки креатива. Все. В общем, наш креатив скачался. Так, сейчас посмотрим. Да, вот он. Креатив загруженный.
И теперь мы можем перейти для проверки креатива, например, в нашей группе объявления. То есть мы в предыдущем уроке с вами создавали объявление, туда загружали креатив. Вот я здесь сейчас нахожусь на том же этапе, создал создание новой рекламной кампании. Здесь вот ничего не заполняю, просто проверяю, как работает пока креатив. Выбираю его, куда он у меня загрузился на компьютере. Вот. Жму кнопку «Загрузить». Подтвердить. Все. Вот так вот получилось. Полезные материалы по заработку в сети. Нажимаем, смотрим. Вот здесь вот у нас единственное, когда в процессе создания получилось, что вот эту вот плашку «Подпиши», «Получите в Телеграм-канале», она немного закрывается, так как у нас вот здесь вот стоит музыка, будет стоять здесь у нас еще небольшой текст, где мы также можем написать «Переходи по кнопке, например, подробнее в Телеграм-канал». Да, вот эту плашечку давайте немножко подвинем. То есть, ну, такое бывает. Для этого просто заходим еще раз в Крэлло и немного редактируем ее. Вот сюда повыше ставим. Вот примерно так. Все. Так оставляем и заново скачиваем еще раз в креатив. Вот, как видите, повторное скачивание не влияет на ежемесячный лимит. То есть вы можете создавать, по сути, вот один креатив, его можете изменять, изменять и скачивать много раз. Это не влияет. То есть именно вот эти лимиты рассчитаны на создание новых креативов. А на редактирование существующих это уже никак не влияет. Все. Скачался. Заново теперь тогда нам нужно этот удалить. Для этого здесь нажимаем «Удалить». Все, креатив удалился. Далее жмем опять «Загрузить». Выбираем, куда загрузился новый. Вот он, сюда. Жмем кнопку «Загрузить». Подтверждаем. Все, вот теперь у нас получилось нормально. Вот идет музыка. И здесь у нас будет кнопочка «Подробно», если мы здесь разместим ссылку. Все, вот так вот мы создали креатив для рекламы. Поэтому ваша задача сейчас будет поработать в сервисе Крэлло, потренироваться, создавать различные креативы. Можете создать такой же, но только с другим фоном, с другой музыкой. В общем, тренируйтесь. И также будет еще дополнительный сервис, где также можете делать креативы. На этом все.